Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Джек Шепард и я, Артур. Всем привет. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, мы находимся под кафедральным собором. Здесь у нас какая-то странная лаборатория, в которой, судя по всему, вот это все и выводили. Говно, извиняюсь за выражение, которое нас атакует на протяжении всей игры. И мы нашли тут видеокассету, которая называлась «С днем рождения Ада Вонг», и на ней мы увидели какого-то непонятного человека женского пола, который вылупился странным образом из непонятной куколки и выглядел как, собственно, Ада Ада. Вонг. Она ли это была, или ее клон, или что это? Пока что совершенно непонятно. Так, ну и тем не менее нам нужно выбираться. Не поддается. Ну я думаю, что единственный разумный вариант — это разбить эти капсулы. Ты правда этого хочешь? Чтобы кто-нибудь из них вылез, ну да? Ну если тут вот у нас один... Ничего не произошло. Есть такой уже? Ничего не произошло? Mm-mm. Вот так. Ну ладно. Тогда, мне кажется, нам нужно дальше двигаться. Логично. Хотели все поломать, но нам этого не дали. Да я не хотел все поломать, это ты у нас кровожадный. Ладно. Так, здесь, кстати говоря, 201. Если что, номер комнаты. Ну, она сказала, нам нет смысла возвращаться назад. Нет, мы же не отсюда возвращаемся. Или, подожди. Ну, вот ты пытался дверь открыть, она говорила, типа, Леон, вот отсюда, то есть, вот отсюда я пытался вот войти, а там у нас... Так, ладно, короче, нам нужно что-то решить, как нам отсюда выбраться вообще. Если двери все закрыты, то мы... Джек Шепард. Я не знаю. Джек Шепард, придумай что-нибудь, нам нужно убираться. Аллах Акбар! Давай, куда? Не знаю, выпьем жидкость из тех колбочек. Так, может, понятно. Идет новый. Хотя хорошие идеи прут. Так, как... ну что, надо что-то решать. Короче говоря, что у нас... Ну, я вижу, мне прям вот камера наводится на этот 201. Там что, где-нибудь есть панель, на которую вот можно... Я вести? Не вижу совершенно. Что ты не видишь? Тут за углом. Видишь 201 вон? Или ты панель не видишь? Я не вижу панель. Я вижу номер 201, но панель я не вижу. Печально. Ладно. Хорошее начало серии. Будем искать. А как они выглядели вообще? Ты их все время открывал? Я даже... А, ну блин, просто такая стоечка с монитором. Вот такая. Твою вот, да? Мать, да. Давай, попробуй ты нажать. 201, да? 201, да. Так, а как их менять? А, ты просто выбираешь цифру, какую нужно, нажимаешь на нее квадратом, а потом... А, смотришь. Понятно. Ну, как все. Так, 201. Окей. Ну, это было дико сложно. Просто такие мутные текстурки, что что-то разглядеть среди них бывает тяжело временами. Решите головоломки. Отлично, еще головоломки. Ну действительно, вот Dark Souls. Так, ну что-то не очень спокойно, что он тут стоит. Но он на меня не реагирует. Я думаю, до какого-то момента времени они будут не двигаться. Ладно, меня это устраивает. Ой, как опасно тут ходить. Я так и жду, что сейчас... Слышишь стекло? О, под нами собака. А нам большая надо... какая? Нам надо вниз. Это что такое? Я от собаки, пожалуй, избавлюсь. Надеюсь, я никого не разбужу в итоге. Что-то это чавканье всякое меня раздражает, честно говоря. И посмотри, что впереди. Вот не там, а слева, в общем. За стеклом. Это же охренеть. Еще одна куколка. Отлично. Давай, ты первый. Так, мне сюда пойти или сюда пойти? Лучше я сюда пойду. Так, я возьму дробовик, мне с ним будет спокойнее. У нас
трансформатор. Мне что-то кажется, сейчас будет что-то не очень хорошее. Сейчас, я думаю, кто-то один будет ходить по проходам, кто-то другой дергать рычажки и вот там на мини-карте смотреть, куда открывать проход. Вполне возможно. Так, я нажал рычаг. Я даже знаю, где это открылось. Давай, я жду пока тут. Так, полезли. Ой, блин. Бегу. Да я все уже. Меня не сильно куснули. Ой, со спины еще пришел. Синхронно. А сзади-то выживут? Так, хорошо. Там еще ползет, еще ползет. Так, я возьму пистолет. Да, сколько их там? Вон еще. Ах, пакость. Ой, так, он сейчас со здоровьем совсем плохо. Ты можешь залезть тут наверх. Да я заметил, это не сильно поможет. Потому что они могут тебя бить, если вплотную стоят. Блин, живучий, да, чё? Я себя подлечил, а то у меня... Я при смерти был. Угу. Фу, так. Со спины у нас еще одна прёт. Там еще с фонариком кто-то. Блин. Я не совсем понял, с какой стороны оказался. А я тоже, но, по-моему, ты со мной внутри. Да? Да, и со мной тут еще одна дама. Ну ладно, я ее убил. Блин, да сколько их тут? У меня ощущение, что их будет достаточно... Пойдем вниз. Достаточно дофига. Еще встает. Ой, блин. Вниз это была плохая идея. Ой, плохая идея. Да ничего, вставай, давай, вставай. У меня камера в этом углу просто сейчас с ума сошла. Да, эта камера любит такое. Да, блин. Что это было? Это был удар с разгона, который не получился из-за того, что она вдруг резко подняла руки. Так, там еще один идет. Ой, камера, пожалуйста, не сходи с ума. Так, нашел. Еще одна идет. О, да ты видел? Нет, я вперед уже ушел. Блин, это было классно. Я пнул ее ногой к стене, подбежал и головой просто об стену размозжил. А, ну да, временами бывает такое. Ты что, живая, что ли? Блин, да сколько вас тут прет, елки-палки. Так, нам что, нужно подниматься, я так понимаю? Наверное. Сзади нас уже один подходит. Там что-то лежит. Ладно, фиг. Я за тобой. Так, мы обратно пришли в то же самое место, где... Не трать патроны. Пока что не так все плохо. Она в блоке, что ли, стоит? Я не понял. Че крепкая-то такая, елки-палки. А, ты посмотри, какая. Слушай, я патрон лишним потратил, да? Да, лучше надо было тратить патроны. На. Смотри, она еще живая. Да. Офигеть. Это кто? Смотри, сзади. Давай, до свидания. Так, вот тут у нас открылось, и куда же мы теперь в итоге? Нам еще нужно поднять одну штуку. Да, елки, сколько их там? Ой, ой. Так, со спины еще идут. Ё-моё, так, тихо. Стой. Подожди. Давай сюда, я закрываю все. Я там маленько подзорвал их. Еще электричество сработало. Так, маленько не то открылось, что я хотел. Ну да. Но мне пойдет, мне окей. Мне надо.
Так, мне кажется, сейчас ты запрыгнешь туда, и мне нужно будет повернуть. Ой-ой-ой. Не кушайте меня, молодой человек. Да что же вы не сдохнете-то? Молодые люди, на самом деле. Так. Так, давай. Где тут кнопка-то была? Вот. Давай, так, я пошел, удачи. Ага. Тебе удачи. Мне-то что? Я тут как-нибудь продержусь, наверное. Ну мне... Ох, вот это был пируэт. Хотя, может быть, мне сейчас тебя нужно будет опустить обратно. Так, я то могу есть, рычаг дернуть? Давай я спрыгну и подлечу. А, я рычаг не могу дернуть. Где ты? Ой, ты убежал. Ох, это что было? Это меня... Ой, он ко мне идет. Я как бы плохо мне. Доставай спрей и дергай на себя делай. Я уже с труповиком отстреливаюсь. Кто там вообще? Кто это такой? Не знаю, но он мертв. Так, блин, теперь ко мне прут опять. Да ёлки вообще. Камера, конечно, блин. Да ладно, выживем. Давай, первая пошла. Ну, слышу, автомат пошел. Ой, поздравляю. Полный набор, как говорится. Say hello to my little friend. Я бы тебя прикрыл, но у меня снова кислуха по-первых. Не, все в порядке, все в порядке. Он мертв. Фу. Блин, ты посмотри, какие живучие поперли, а? Так, все, наконец-то я смог тебе пройти. Да. Так, у тебя гранат нет, случай? Есть. А тут нам надо, да, сразу два рычажка. Так, я кидаю. Давай. Так, все, жду тебя у рычага. Так, дергаем, там надо будет подлечиться. Мне маленько. У тебя как со здоровьем? У меня полное. А, ну ладно. Фу! Столько загадок в этом месте. Я там, конечно, столько всего оставила, блин. Схожу-ка я заберу, по крайней мере, очки умения. Все равно более-менее поспокойнее стало. Давай. И где наши фонарики? Фонарики включаются только тогда, когда разработчики хотят. Коварные разработчики. Японцы. Давай, пойдем. Так, я опять слышу. О, тут смотри, ангары прям как... О, вот у него фонарик есть, а у нас нет. Руки прочь от Елены. Опасная ты дама, Елена. Опасный ты человек, Леон. Блин, я только и успеваю тут подбежать, чтобы меня мозгами забрызгало. Безопасно тут. Еще один. Все, я почувствовал. Ой-ой-ой, там этот. Сейчас я со снайперки. Все. Ну там столько всяких этих еще. Ой, у них бошки взрываются, когда он орёт. Ой, 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 ой. Притонул. Ты прям в ударе. Ой, ты посмотри, их трое бежит. Да, они еще и ползут. Мы можем дверь открывать, если что. Так, нам... Давай валим. Ну нафиг. Фак здесь щит, да. Ой. Кавабанга. Это, по-моему, было очень глупо. В такую дыру прыгать темную. У нас не было выбора, за нами шли 4 зомби. Да размотали бы. Ну, офигеть, куда мы попали вообще? Помнишь, была пещерка в пятом? Ну да. Не, мне больше это напоминает вот последние серии две, что происходит, именно четвертый резидент.
Единственное, что со мной какая-то дама теперь бегает. Еле назвать. Который убивает зомби жестоко. Ну все, эти ботинки теперь можно выкидывать. Ты уживаешься в роль. Вот-вот. Вот эта куртка, которая на Леоне, она есть мега-эксклюзивное издание за что-то там, ага, 1000 с лишним баксов, что ли. Ее можно поносить. Да, ее можно поносить. Не могу сказать, что она мне дико нравится. За такую цену, тем более. Но если бы тебе подарили, ты бы взял. Вполне возможно. Зрители, вы слышали? Ну да. Так, блин, тут еще одна. Джек Шепард умеет намекать, да? Это был тонкий, ненавязчивый намек. So we're back at that lab. That tape. Look, if you want answers, you should be prepared to give a couple yourself. You're right. That's only fair, I guess. Чё мы тут забыли? У меня ощущение, что это шахты вообще какие-то бывшие. Потом сюда пришли, видит место свободно. Говорит, ух ты, хорошо, будем проводить тут опыты по... Ну, то есть, доктор зло, все дела. Ага. Там опять кто-то шумит вдалеке. Ой, ты, блин, как будто... Чё это такое? Нормально. А, мы все еще пытаемся Дебор найти. Так, мне, кстати говоря, нужно травой воспользоваться. О, мне тоже восстановили квадратик. Ну, еще один. У тебя еще есть там? А, у меня нет, у меня есть только этот. Нет, в смысле квадратики, а, все полные. Нет. Все вот, я не буду тратить на все. Если что, у меня есть два спрея. Ну, спрей у меня тоже есть. Так, я слышу водопад. А, я вижу водопад. Дебра! Дебра. Я один не хочу вот так просто сломя голову бежать к ней. Ну, учитывая, что тут пропасть под нами. О, наверх, да? У меня эти доски не вызывают особого доверия. Мне кажется, ты сейчас полетишь, так, поэтому я посмотрю. Ага, побежал. Дебра! Дебра! Can you hear me? Helena? Thank goodness. Может быть, это сестра? Похоже. Okay, enough with the mystery. What the hell is going on here? Let's just get her out of here. And then I'll tell you everything. I promise. Она уже это говорила. Только она говорила, что это будет у кафедрального собора. Раз пять. Угу. Это же Лео. Чего уж удивляться. Да, по баллончикам постреляли. Хорошо, что я не снимаю это. Елена пусть сама свою сестру тащит. Клево. Слышишь, мужчина? В самом рассвете съел, какого хрена? Так, куда мы идем? В принципе, путь у нас, похоже, один только, да? Нет, а тут мы пришли. Конечно, да. Абсолютно все трясется, все, что можно. Ладно, хотя бы в этом я выиграл тебе. Так, ой, она не туда. Сейчас, я думаю, будет весело, учитывая, что я один буду вас защищать. А ты, похоже, ты ее не можешь вообще на пол положить там, чтобы она отдыхала? Я ничего не могу сделать. Я должен посмотреть, как вы спрыгиваете. Я могу пинать ногами, и в этот момент... Ладно, я не выгляжу. Ничего не видно, ничего не видно. Зачет. А, ну вот бочки так долбить я могу. А как тебе помочь? Так. Нам сюда, что ли? Нет. Так. Селись поудобнее, потому что сейчас будет... А вот же сюда.
Так, ты бы не ломился вперед, боец. Не видел фронта. Ты видел, как я ногу задержал? Я как Брюсли. Ты видел, удара так я с ногой, когда у меня женщина на спине, когда мой персонаж женщина. Ну это да. В этом ты крут. Ты должен попробовать пройти эту главу потом за женского персонажа. Я просто обязан это сделать. Ты обратно идешь. Лучше бы она, конечно, в трусах была. А она и так в трусах. Блин. Я говорю, когда бью ногой, там как бы... В общем, да. Тебе придется 18 плюс на ролик ставить. Да хоть пинать их. Нас двое, мы сила. Ладно, давай, дальше. Не, я все понимаю, конечно, но я думаю, мои зрители скажут мне спасибо за это. Так, ладно. Погнали. Че у тебя там со здоровьем? Помню. У меня вообще его нет. В смысле вообще нет? А, вообще нет? Вообще нет. Полоски. Полосок ничего нет. Женщина в ночнушке, в трусах и все. Кому там помочь? Зачем? Он почему идет она... с мачете. Да он идет, я его расстреливал. Просто ты кричишь, что Леон хелп. Ой, появилось здоровье. У меня есть здоровье, у меня есть здоровье. Ой, я тебе даже помочь. Ты увидел, как я сейчас извернулся. Ударить его. Так, зачем я взял нож вообще? Кто-нибудь мне объяснит? Что ты делаешь? Я хотел вот так. Мы бежим. Так, осторожно, там лежит еще один. А, он тоже растворяется. Джек Шепард, осторожно, не ломись вперед. Так, тут у нас больше ничего нет. Бежим, мы бежим за тобой. Вижу. Ух ты, какой он. Блин, ты посмотри, живучий. Ой, там куча балок упала. Ты не чувствуешь себя хотя бы немножко неловко за то, что я ее тащу? Нет, ни капли. Твоя же сестра, ты и тащи. Ну мы этого еще не поняли, сестра она или нет. Не, ну а кто это еще может быть? Ну, не знаю, мне кажется, они очень похожи. Ну да. Так, ладно, это кто это у нас там такое? Это кто у нас там такой? Ой! Чё там мой? Да я испугался, он просто резко на тебя рванул. И так резко потерял голову. Проскинул мозгами, тухлыми. Ты не поверишь, Хенниган. Чё, еще и толкать вот это? А, нет, ладно. Давай, мужчина, трудись. Тебя там со спины никто не прёт? Я слышу, что кто-то прёт. Так, тут у нас какой-то. Здесь еще такой же. Какой-то анчат у нас. Ну да. Блин, а вон они. Они уже прут к нам. Ой, тихо. Еще и плюют. Так, я прячусь вот за эту коробку. Ну давай. И мы с тобой. Да сдохнут уже. За какую коробку ты прячешься? Ну, которую ты подвигал. Да, блин, надо уходить вообще, конечно. Но я хочу его добить, чтобы он нас сзади не покусал, потому что они могут быть быстрыми при желании, да. Так, все, мы за тобой. Ок. Блин, как тут все? Мы все ниже и ниже спускаемся. Нам наверх нужно, а мы все ниже и ниже. А по крайней мере, твердая земля. Ох, по крайней мере, не свалимся. Поиск партнера. Ну, сейчас, похоже, либо синхронизация будет, либо что. У нас типа разрыв, наверное, какой-нибудь был. Не знаю. Наверное.
Ну, сейчас посмотрим. Похоже, был разрыв. Ни единого разрыва. А нет, ролик. Ну, сейчас просто, возможно, мы будем... Поодиночке. Да. Дебра, stay with me, all right? Офигеть. Твоя дивизия, ты? Чё за вирус такой? Не, ну. Офигеть. Ну, по-моему, вполне на человека была похожа. Может быть, стоило дать ей шанс. Мне кажется, в четвертой части она симпатичнее была. Ну, она просто по-другому переделана маленько. А так тоже ничёшная. Ну там да, там она была такая прям бомба. Угу. Ты плевать, что только что сестру убили. Ada, what the hell is going on here? It's complicated. Отличный ответ. But this isn't the time or the place. Отлично, сейчас мы, похоже, бежать будем. So sorry, Debra. It's all my fault. Helena, get away from her. Stop. Don't shoot, please. Чё, не стреляй, гаси. Нет, мы вместе, мне твой ник показывает. А, ну ладно. Мужик, мужик. А, так, блин. А я-то думал, тебя убили? Нет. Просто я не могу. Она мне голая женщина. На мне бы тоже. Так, ну, по-моему, мы погибли. Я просто вообще не понял, что происходит. Я. А, нет. Я наверху. Мы по разные стороны. Вот это уже сокровище нации. Так, ну, бежим вниз. О, Елена, это кубы камеру, да? На протяжении всей игры. Да. Смотри, могут. А со мной Ada Wong. Понимаешь? Блин. Мне везет сегодня. Я никого не таскаю, со мной постоянно брюнетчики появляются хорошенькие. Так. Смотри, чтобы не слиплась. Да, нормально. Бежим, бежим. Так, бежим. Ada, давай. Here. A ring? Так и я не понял, что это за кольцо. Ага. Ada, она как обычно, как где что-нибудь вот такое вот дерьмо начинается, оно там. Как обычно преследует свои цели. Так, у меня который рычаг есть. Видимо. Я хотел сказать, может, хватит нажимать непонятные рычаги. Я уже еду вниз. Так, куда я прискакал? Я прыгаю вниз, в центр платформы. Я понимаю, мы тоже потихоньку спускаемся. Здесь есть бочка с взрывчаткой. Так, Ada, полетела. Я думал, ты только меня так кидаешь. Ой. Ты смотри, что она делает. Это похабница. Самый классный босс в истории игры. Дебра! Да отойди ты да от нее. Куда она бежит? Ну, ракурсы, надо сказать.
Японские, надо сказать. Японцы, тентакли, голые женщины. Все, что надо. О, можно поднять бензидор. Ебеням просто. О, может в этот? Шик. Ну вот так. Я хотел попробовать какую-нибудь ближнюю атаку, но нет. Какую-нибудь ближнюю атаку хотел сказать? Гребаный врачей. Так. И так, тихо. Ты по тентаклю стреляешь или по ней? Я стреляю просто вот так. Я уезжаю в струйку. Я снимаю. Так. Ой, блин. Еще ниже. Леон, схвати меня за руку и вытащи уже туда. Я тоже улетел. А теперь я с Адой. Лузер. Ой, что я сделал? Я потратил спрей. Совершенно случайно. Круто вообще, что когда спрей в руках, на той же самой кнопке, на какой удар ногой. Очень помогает, когда разбиваешь. Пока ты бежишь, всякие бочки. Мы спускаемся аккуратно на лифт. Ты я вижу. Пожалуй, больно-то ни с кем тут встревать не буду в бой, потому что это надолго затянется, их слишком много. Ох ты, ёлки-палки. У меня тут земля из-под ног уходит. Еще балки. Прямо на врагов. Сверху. Да. Бикетка. Да, блин, как все шатается. А, это вон вы спускаетесь, понятно. Ох, там полетело что-то. Фух, я спустился, я на твердой земле. У меня сверху, конечно, может прилететь всякая гадость. Но, по крайней мере, с-под земли не уйдет. Это было не быстро, но зато с комфортом. Ну да. Мне явно было не так просто. У меня тут паркур. Я видел. Ох, я такой там кинул гадость, я ж горю. Кинул гадость сердцу радует, да? Да. Он еще в кольчуге почему-то, я не знаю. Ой, помогай. Помог. Ну я ему в спину стреляю, он за решеткой просто не видно иногда. Так, все, мне нужно подлечиться нафиг. Фу, так. А, это вы ждете? Понятно. Меня прикрывали, а то я думаю, сейчас опять какая-нибудь какашка вылезет. Ты еще и нас передвигаешь. Ну да. Я вообще подкаблучник в этой серии. Так, и чё? Давай к нам в лодку. All aboard. Ну да. Ой, блин, тут погибаться надо было. Ты успел? Нет. Я ничего не нажимал, у меня не даже. Вот, а, блин, второй раз уже. Одни и те же кнопки работают просто. Ой, меня пришибло. Я три раза хапнул в лицо. Ты стойкий. Ой, мне, да, помогаю тебе. Да. Ох ты, Робик. Это такая пизышистка какая-то, а не Дебра. Кому скажи, что вы делали, да? Кого вы так, у тебя спрей нет, если что? А, есть. Я был бы признателен тебе за спрей. Давай, сейчас. У меня вообще пол жизни, потому что... Теперь? Все, отлично. Бум. Есть, да. Да, как никакого эффекта от моих выстрелов, такое ощущение. Нужно ей по клешне стрелять. Да ладно. Блин. Кстати говоря, выигрышная тактика — лежать на полу, пока она тебя бьет. То есть она не сможет так низко ударить. Так, одну клешню сбил.
Так, у нас проблемы спереди. Стреляйте по барабанам. По каким? Понял. Ой, блин, так. Куда мы едем? Что вообще происходит? Это, конечно, да. Я помню тележку в четвертой части, но здесь, блин, о-о-о. Не смотри вниз. Ну, как обычно. Я не успеваю среагировать. Еще одна. Еще. Ой. Так, блин, бочки надо было стрелять, я думаю. А, нет. Ну, ну да, надо было. Так, готов. Нам не хватает лишь валуна за нами. Ну да, это прям натуральный Индиана Джонс. О, она опять лезет. Отпрыгивай и лежи, лежа стреляй. Давай. Тогда она тебя не сможет забить. Бедно, а то так, а вы чё разлёгчись? Так, сейчас что-то будет. Ой, куда летим? Мамин идёт. Вроде бы. Изо рта. Тебе, похоже, самому придется решить это. Ты сейчас вместе с ней уйдешь вниз. Кольцо мне кинь. Мне что делать? Наблюдай. Tears. Not until I avenge death. Please. Forgive me. Дела. Теперь, думаю, самый момент рассказать, что тут вообще нахрен происходит. Это же этот. Правительственный. Да-да-да. Который присматривает за операцией. Угу. Присмотрел, блин, сволочь. I didn't know what else to do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right... В своем репертуаре. Или он такой, как же ты задолбала такой. Я думаю, при следующей встрече она по лицу получит. Вот он, кстати говоря. Simmons. Офигеть. Ну, это было круто. Это было супер круто. Так, ну и что у нас там по времени как раз, да, на серию? Это было, по-моему, шикарно, и несмотря на то, что там, блин, в какой-то темноте все это проходило, если бы было посветлее, мне кажется, было бы получше, да. Но в целом, блин, экшн-пюр опять просто дичайший эпик, прям как будто Майкл Бэй на постановке. Временами атмосфера Resident Evil, вот именно в, там, первой, второй, четвертой части, вот сейчас вот просто скорее четвертая часть сплошная была, в перемешку, да, с Индианой Джонсом. Но было круто, короче говоря. Увидимся в следующей серии. С вами были Артур и Джек Шепард. Пока. Пока-пока-пока.